собирать. Что такое опять? Нет, это встречка стоит. Это встречка стоит. Забыл сказать про стоянку. Мне понравился буфет, мне понравилось, вот как это все там сделано, цивилизованно, столики чисто, огромный выбор продуктов. Но я ничего там не брал, потому что все, что мне нужно, я взял с собой. Все выглядит аппетитно, но на вкус я не пробовал.
сейчас надо будет остановиться, немного размяться, заодно и резину проверю. Стоянка, заправка. Даже мангалы стоят. Ну, с семьей ехать, конечно, можно там остановиться, отдохнуть. Догнал я трансформаторную будку. Куда вы несетесь, ё-моё?
река, идем вверх. Республика Карелия. Блин. Надо было заснять на фотоаппарат. Стелла, наверное, будет какая-нибудь стоять, нет? Это не тот топливозаправщик. Люди застоялись в пробке, наверстывают.
Опять. Ё-моё. Светофор горит. Все, загорелся зеленый. Сейчас потихоньку поедем. Совсем мало стояли. Светофор регулирует. Вся зелень, деревья закрывают обзор.
знаки стоят. Ремонтная работа, но никогда ничего не делается. Стоят, только стопу сбивают.
Ё-моё, опять красная. Тут короткая. Короткий участок. Газовая заправка. Thank you.
впереди еще затор, да ё-моё. Не знаю, навигатор показывает красный участок. За поворотом, наверное. Нормально. Нормально. Светофор там стоит, регулирует. Светлофор. Как ветер шатает фор. От встречного транспорта воздушная волна раскачивает. Где светофор, там гораздо проще движение, свободнее, нету этих жутких пробок. Там, где стоят люди, там все смешанной лиственница и хвойные. Расход упал до 5,5 литров на 100 километров. Проехали с момента старта 255. 4 часа 51 минуту в движении. Стоянка. Раздевал, не знаю, что это. Ну, не автосалон, конечно. Кто-то возвращается из отпусков, кто-то едет в отпуск. Thank you.
бойкая торговля. Варенье, соленье, грибы, ягоды. Другие дары леса. Вода не скапливалась на дороге, дренажные каналы. Все делают так, как надо. Ладно, еще двигаемся. Минут 30, можно же побольше. Что будут эти столбы? Стойки. Означает, для чего они
Великая страна озер. Сейчас смотрю, везде скорость на приборах разная. Видеорегистратор 81, Яндекс Навигатор 82. На панели приборов на спидометре 84.
Да, полотно немного изношено, видно, колесами слили верхний слой. Слой изношен, но колейности я не вижу.